Курске прошло очередное заседание областной антитеррористической комиссии. Представители правоохранительных структур и сотрудники администрации региона обсудили самые актуальные вопросы противодействия терроризму. Силовики совместно с органами власти контролируют межнациональные отношения в вузах и выявляют националистов и экстремистов. Также на контроле развлекательные центры Курска. Многие из них, по оценке спасателей, не готовы к экстренной эвакуации посетителей. Внесены изменения в кодекс об административных правонарушениях, где десятки раз увеличены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. У нас есть лидеры. Это торговый комплекс «Панорама», торговый комплекс «Кристалл», Сеймский рынок, где вообще еще ничего не устранено. Поэтому, видимо, там уже начнется серьезная проблема и очень скоро. Члены комиссии также обсудили вопрос безопасности складов ракетно-артиллерийского вооружения и антитеррористическую безопасность в приграничных районах.